Так, доброе утро. 6 октября. Раннее утро у нас. Так, персик выращенный из косточки. Так что вот есть 4 стаканчика на подоконнике. В таком он уже виде. Подготовка к зиме. Будет пересажен под 45 градусов. Сейчас пойду в теплицу, расскажу дальше. Так, это второй персик из тех же стаканчиков. Этот повыше, с меня ростом, 1,80. Так, это третий. Четвертый у меня в Алмату уехал. Так, это Константиныча, сорта образцы абрикоса. Так, эти два персика выросли выше меня. Тоже из косточки, выросли здесь, прямо на грядке. Проросли прямо здесь. Тут их два у меня и 18 персиков белых. Персик небольшого размера, но белый. Белый прям снежно-белый. 18 штук. Так, на заднем плане тоже Константиныча получается. Так, это второй крупноплодный желез, за третий, четвертый. На заднем плане есть персик еще. Есть персик у меня еще инжирный, два штуки. Один вот такой, в районе метра штамбик. И вот маленький, выскочил поздно. Что-нибудь я с ним придумаю тоже. Так, буду все пересаживать на участок. На участок буду все пересаживать. Что-то посажу сразу по 45 градусов. Часть веток возьму на перепрививку. И еще недавно узнал, можно черенковать персики методом черенкования. На весну, ближе к весне, буду черенковать.